США и еще 11 стран Тихоокеанского побережья после 5 лет переговоров достигли соглашения о транстихоокеанском партнерстве. Создание зоны свободной торговли на обоих берегах Тихого океана эксперты считают самым масштабным торговым проектом Америки после появления в 1994 году нафта свободной зоны с Канадой и Мексикой. Транстихоокеанское партнерство объединяет 12 государств Азиатско-Тихоокеанского региона – Австралию, Бруней, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, США, Чили и Японию. Это 800 миллионов человек и 40% объема мировой торговли. Мы надеемся, что это историческое соглашение станет двигателем роста, создания высокооплачиваемых рабочих мест, улучшения инновационной производительности и конкурентоспособности, повышения уровня жизни и снижения бедности. И также будет способствовать повышению прозрачности и качества институтов. Транстихоокеанское партнерство – один из ключевых пунктов экономической программы президента Барака Обамы. При этом у соглашения в США немало противников. Они считают, что создание зоны свободной торговли со странами с более дешевой рабочей силой приведет к росту безработицы в самой Америке.